Нет, дело в том, что все мы представляем одну систему, ту, которая называется непрерывным образованием. Здесь важная задача вуза состоит в том, что благодаря своей базе, ну, правду надо сказать, техническая и даже финансовая база вузов, конечно, лучше, чем база учреждений среднего профессиональных образований. Скажите. Готовы поспорить, но тем не менее, вот по тем компетенциям, о которых я говорю, ну и, например, по компетенции ресторанный сервис, который проходил в нашем университете соревнования. Кроме того, возможности наших коллег, с которыми работает университет, крупнейших предприятий, организаций, тоже достаточно велики. И здесь задача вуза не столько составлять конкуренцию, сколько, стараясь подниматься самому, поднимать за собой и учреждения среднего профессионального образования. Вот это и есть система непрерывного образования.